Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Ford Fusion 2007 года выпуска с бензиновым двигателем 1,4 литра, механической коробкой передач, пробег на автомобиле 110 тысяч километров. Клиент приехал к нам в технический центр, чтобы мы определили течь масла в передней части автомобиля, а точнее говоря, со стороны ГРМа. Пару дней назад он менял сам ГРМ где-то в другом техцентре. Ну и скорее всего, что там не было проведена замена сальника. И через несколько дней автомобиль стоял, и клиент обратил внимание на то, что вот в области двигателя появились следы капли масла на асфальте. Ну, скорее всего, что там, где раньше была проведена замена ГРМа, тот сервис потерял доверие у клиента, и он приехал к нам в технический центр. Ну, сейчас покажу вам по факту, что мы выявили. Вот он, сальник передний коленчатого вала. Видны следы подтеков масла. И видно, что масло течет уже давненько, потому что даже вот на поддоне картера есть также следы масла. Ну и еще есть один нюанс. Помпа. Вот на ней как раз тоже следы видны подтеков. Антифриза через дренажное отверстие. Соответственно, сам ремень тоже немножечко запотел от масла, на нем следы есть. Ну, я советую клиентам не экономить на замене только ремня ГРМа и больше ничего. Тем более, что если помпа стоит под самим ремнем. Ну и, соответственно, на таком пробеге, естественно, сальник передний коленчатого вала тоже, вероятно, может потечь. Поэтому мы сейчас будем выполнять замену сальника, замену помпы, ну и ремня ГРМ. Мы демонтировали помпу водяного насоса. Вот она, старая помпа. Видны следы потеков антифриза через дренаж. Но не увидеть такие следы, это надо быть совсем слепым. Помпа стоит еще в оригинале. Сейчас будем устанавливать новую помпу. Поменяем сальник коленчатого вала передний. Будем выполнять замену ремня ГРМ. По времени наш ремонт займет 6,5 часов, и сумма ремонта составит 7700 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Гарантия на наши работы 24 месяца. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.